Сегодня в историческом парке «Пограничная площадь» состоялось главное мероприятие проекта «Переселенцы». Этот проект, поддержанный фондом президентских грантов, мы осуществляли здесь практически в течение года. Главная задача наша была создание экспозиции, которую мы сегодня представили нашим гостям, посетителям этой выставки. Ну и представили, в общем-то, то, что нам удалось за этот год сделать. Это само вот это помещение, изба переселенцев, так называемая, и несколько объектов комплекса, которые мы начали строить. Ну, уже сейчас здесь можно увидеть интерьер русской избы. У нас здесь уже сейчас проходят праздники, проходят игры, песни. От забора отскочила прямо в небо, угодила! Но все же непокорная, Кадри моя задорная, Управление образования очень давно ждало открытия этой экспозиции. Мы наконец дождались вместе с вами. Потому что сегодня на этом празднике мы видим большое количество детей, педагогов, родителей и гостей. Ребят, ну вот сейчас мы уже наконец-то открыли нашу вот эту избу. Мы в нее попали наконец-то и увидели, как выглядел настоящий деревенский дом когда-то, как выглядели костюмы, как выглядели вещи. Мы показываем тот быт, который был когда-то, ту культуру русскую, которую многие, к сожалению, начинают забывать. Вот здесь и сейчас у нас все это можно увидеть.